что, вы достигли каких-то своих целей, нет? Да. Каких? Что, вы что-то нашли у меня, нет? Да, нашел. Что? Я как человек. Что делаешь? Я здесь как сотрудник с тобой сейчас разговариваю, блядь, ты понял? А как человек, ты понял? Я тебя сейчас выведу, ебальник расшибу. Ты что думаешь, самый умный? Я сейчас сниму жилет. Я сниму жилетку, и я такой же пассажир, как и ты. Ты понял? Что ты здесь приёбываешь? Что ты доводишь на нервах играть? Да? Умный, блядь, самый. Я просто спрашиваю. Просто ты спрашиваешь, тебе назвали 3 раза. Ты чё? Сейчас твой телефон у тебя в жопе окажется, блядь. Чё, нормально? Съебал, блядь. Съебался отсюда, быстро. Таких, как ты, блядь, урод, хуище. Вы думаете, самый умный? А мы тут, блядь, железкой стоим, а? Тебя назвали все основания, все законы. И ты еще, блядь, придираешься. Пожалуйста, ваш паспорт. Умнишь, блядь. Снимай от меня в сумку. Я такой же пассажир, как и ты. Ты понял меня? Я сниму, блядь. И ты отхватишь сейчас! Предъявите, пожалуйста, ваши документы, молодой человек. Вообще обалдел уже просто! Записывайте, я сейчас ваш сниму и буду вас записывать. Предъявите ваши паспорты. Основания ваши, какие? Вообще обалдел просто! Ваши документы. А какие основания? Никуда таких, блядь, как ты, не видит 2 года работаешь! Никто еще так я не еще придирался! Раз говорю. Все законы все ему показали, ему что-то не нравится! Какие основания у вас? Я еще раз. Не нравится наш закон, пошел и пешком. Вы меня досмотрели, У нас свои законы. Законы, что подчиняется правилам метрополитена. Если ты заходишь. Снимай. Подчиняйся правилам метрополитена, раз ты заходишь в метро. Но не я хочешь законам подчиняться, вот дуешь на улице и пешком. Я вот эти аппарат стоит миллионы, а ты сюда не поставишь. Все показывает, что он еще стоит, крючит что-то из себя. А что проверять? А что, с какой стороны, чтобы ты такой придурок пришел и не потрепал? Меня придурком назвали. Да, назвал придурком, уродом, в жопу кинул. Иди отсюда. Вы такие же люди, как и все. Ему еще 12 часов работает. Что ты здесь стоишь-то? Ну, а я здесь при чем? Ну, ты что ты его выводишь? Я его не ввожу, я спрашиваю. Не выводишь? Жопа самый настоящий. Пиши давай и выставляй. Вы знаете, кто ты такой, урод. Можно ваше удостоверение? Пожалуйста. А ваши документы, пожалуйста, вы не предъявили. Вы не подчинили. Я вам представилась. Я вам представился, покажу свое удостоверение. Вы а снимать я вам ничего не дам. Предъявите, пожалуйста. Не дам я вам ничего. Предъявите ваше удостоверение. Можешь на меня все валить, все это, я не боюсь. Я отработала столько, этих уродов перевидела. Я не видел ваше удостоверение. Вы обязаны показать, согласно закону. Ваши документы предъявите, пожалуйста, молодой человек. Вы не подчиняетесь. Основание какое? Предъявите. Основание. Я вас не останавливала. Основание для предоставления документов какое? Вас проверили? Ну какое основание, скажите мне. Я вас не останавливала. Ну вы сказали, предъявите документы. Я вас не останавливала. У вас сейчас конфликт службы безопасности. Вы что, переключились на меня? Нет, ну вы сейчас сказали, предъявите мне документы, нет? Или я ослышался? Я вам ничего не сказал. Все, доброго.